сейчас находимся на передовом рубеже обороны Донецка. Там вот Донецк. Соответственно, с противоположной стороны позиции вооруженных сил Украины. До них, до ближайших, порядка 600-800 метров. Петух! Зачем ругаться? Зачем это? Вот начинаются ежедневные обстрелы со стороны украинских военных. Ты смотри, прямо над головой. Это на самом деле одна из самых горящих точек вокруг Донецка. Здесь даже не поступало приказа об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров. Это здесь вот это все и получается, все вот эти осколочные ранения, то что при перебежке и все 15-20 до 30 метров взрывается, то есть получаем мелкие осколки, легкие ранения, ну боец выводится из строя. Недели 2-3 назад. Я знаю. Ну, мы же вместе с ним приехали сюда, он получил ранение, шальную пулю. Товарища не стало. Повтори. Довезли парням немного формы еще. По-прежнему не хватает здесь бронежилетов, ну то есть их как бы и не прибавилось с нашего прошлого приезда. Вот. Хотя это самое проблемное направление, отсюда даже не отводили технику и вооружение до 100 миллиметров. Вот, поэтому не хватает средств защиты. Вот я думаю, еще командир роты сейчас скажет по этому поводу что-нибудь, по поводу средств защиты, насколько они здесь
Да, очень необходимы, поэтому, потому что передовые позиции, постоянные обстрелы, с броней очень напряг. Потому что от стрелкового укрытия есть, от осколков не укроешься, то что залетает со всех сторон. Нормально? Хоть форма подошла. Спасибо. Рожденного революции потеряли, где-то пропал. Да, теперь новый у нас боец такой. Плюшевый. Да, плюшевый боец такой. Да.